Мы еще когда ипотеку оформляли, мне говорят, справка 2 НДФЛ. Я говорю, женщина, вы почему со мной как со взрослым разговариваете? Я к вам в кепке и с брекетами пришел просто так. Вы мне скажите, какой тете, чего сказать, кому заплатить. Я вот так могу в документах разбираться. Я стою за этим снилсом, блядь, вот эти люди бегают. И там у меня вот настроение просто кинематографичное, понимаете? Там окошко, и хлопья снега падают. Падают, и собаки бегают. Я смотрю на собак и такой, да был бы уже собакой. Никакой бюрократии вообще. Жопу понюхал, личность установил. Вот и вся бюрократия. Прикиньте, как круто было бы на митингах. Молодой человек. Пойдемте проверим ваш документ. Конечно, гражданин начальник. Пойдемте проверим документ. Ручки на автозак, молодой человек.